хватит болтать! Вика, я видел тебя, выходи. Послушай, если у тебя испорчено настроение, то я здесь ни при чем, и поэтому я лучше пойду. Нет, ты лучше останешься, родная моя. Вика. Это недоразумение какое-то. Это ты у меня недоразумение. Иди ко мне. Иди, родная. Я ведь для тебя не просто секретарь. Ну, конечно, не просто секретарь.